Сегодня у нас парикмахерский день. День красоты, весна. Побрызгать надо брызгалку? Да нет. Так? Сильно не брызгаю, потому что боюсь обрезать лишнее. Не бойся, обрезай лишнее. На лысо. На лысо. Дикие волосы вырастут. Ну, смотрите. Так, расчесочку еще мне узенькую. Так что режь, не жалей. Режьте, режьте. Вы же, говорит, не режете. Шутками кладете. Режьте, Макс, режьте. Я режу, режу. Ну, режьте, режьте. Ну, что? Челку. Ну, челка. Тебе зажим надо? Ну, да. Защип какой-нибудь. Пряжки. Да, прищипнуть их, чтобы пряжки не мешались. Но она и зато и подстригла очень хорошо тебя тогда, ученица. Вообще хорошо подстригла. Такая форма сразу красивая получается. Форма головы, да? Угу. Красиво. Хорошо. Не торчать, нигде ничего. Ну, наоборот, пряжки. Ну, конечно, все равно голова-то намного, конечно, намного интереснее, правда? Угу. Единственное, что когда много, да, вот волос, ну, может, устаешь уже, как бы это вот так. Нет, ну, со стрижкой это хорошо. Угу. Конечно, если там отростишь длинные с кудрявыми, очень сложно. А так-то хорошо. Очень даже удобно. Да. Угу. Тяжело у кого-то маленечко волосиков. Три волосины, да? Ну да. Трудно. Видишь, как хорошо получается. Подравнивать, угу. Аня. Хорошо, хорошо. Вообще классно получается. Ну что, сейчас возьмешь это, подбреешь. Хорошо. Угу. Хорошо. Красотенюшка. Ну. Вот. Че, я думаю, короче, не надо, наверное. Ну. Мне кажется, не надо, короче. Ну, не знаю, сейчас в зеркало посмотришь. Да. Посмотрится мама. Ну да, спереди тело тоже. Я не ношу. А нет, просто подравнивает, чтобы она не торчала. Что-то понятно, но я отдельно так чуть-чуть. Нет, Лен, тебе надо, надо тебе повышать. Квалификацию. Да, да, выучиться надо тебе. И будешь парикмахером будешь. У тебя получается хорошо, молодец. Так, так. Хорошо получается. Мне нравится. Мне мама говорит все время, мне, говорит, прям легче. Ну да. Но у нее быстро, у меня у мамы быстро отросли. Я говорю, мама, ты только стригла. Говорит, ты что, обрастаешь каждый раз? И быстро обрастаю. Она говорит, я говорю, тебе надо с тяжелой рукой, у кого тяжелая рука, постриг. И полгода ты не стрижешься. Один раз? Ну. Или два раза в год, да, весной и осенью? Ну, хорошо постригли, да, а то ты полгода хочешь, что с чем попала. А так-то вот. Ну-ка. Впереди еще не смотрела. Да, все хорошо. Да? Угу. Ну, значит, зеркало. Так. Ну-ка, смотрите-ка. Повыше немножечко. О, вот так. Так. Ну, что, как? Ножок. Сейчас уберем лишний. Ну, так на ходушку. Экспромтом. Ну, как? Не только то, что они какие-то пышные. Ну, какие должны? Какие? Они твои! Подмочили их, они будут раскудрявые. Намочили и все. Они вперед все поднялись. Их надо назад причесывать. А они, видите, у вас кудряшечки раскрутились, и теперь их назад? Ну, колено назад, как
Как это назад? Как это будет назад? Да, чтобы они... Ну, прямочёток они потом... Да, они потом сами улягутся. Или тебе короче еще надо? Короче. Я думаю, что короче не надо. Да. Ну, что коротко-то некрасиво будет тоже сильно. Я же бабушка, пусть некрасиво. Хочу некрасиво. А я-то смотрю на тебя. Ну, мне надо красоту подавать, да? Да. На кого любоваться буду, да? Да. Понятно. Не, нормально. Хорошо. Все красиво получилось, стрижечка. Аккуратно так. Вот даже, Лена, знаешь, вот не каждый парикмахер может, ну, профессионал, вот эту вот форму соблюдать. Вот. Шапочки. Шапочки, да, вот именно шапочки, да, правильно, да, вот. Не каждый, вот, как бы, когда идешь в парикмахерскую, объясняешь, как нужно постричь, ну, бывает, вот знаешь, до такой степени. Или трубу оставят прям, вот, вот труба. Это как труба? Ну, вот с боков все убрано, а верхушка прям вот высоко слишком, понимаешь? Вот настоящая труба получается. А здесь оно прям вот так хорошо, ровненько шапочкой. Со всех сторон. Что? Да. Да, вот с этой стороны потоньше, да, волос здесь? Они как-то, видать, прилегли вот здесь. Здесь на они... самом деле здесь гуще. Гуще? Да, здесь жиже. Это да? Ну, волосы так, да, ну. Волосы так. Угу. Да. Решили, что им на одной стороне лучше. На той. Что получится, правая? Вот. Да. Вот сейчас подбреешь. И все, порядок. Красотенюшка. Да. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну да. Хорошо. Да. Ну-ка. Угу. Хорошо. Ну вот, и снова молодость пришла. Да. Все. Молода, красива. Да. Привлекательная, боятся. Ну так. Все, раздевайся. Да. Снимай свой наряд. Так, сейчас гляну эти височки у нас как... Ну-ка, посмотрите на меня. Так, ну, у нас. Да, пойдет. Давай, это пойдет, чего ж там. Ну, а вдруг пойдете там... На танцы? Да, на танцы. На набережную. Что вас стриг-то? Руки бы его оторвать. В молодости не ходила, сейчас стара пойду. На танцы. На набережную. Ну, а что? Такая раз... И все будут думать, вот так надо жить, понимаете? Вот, да. Да, а то... Жить, жить и не тужить. Да. Опа. Вот все, разделись. Опа. Опа, сейчас юбочку еще сниму. Опа.